Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня нашла старую ручную мясорубку и решила приготовить печенье своей юности. Называется хризантема. И делают его с помощью мясорубки. Готовится очень просто. Для него понадобится яйца, сахар, сливочное масло, сметана, мука, сода, погашенная уксусом или разрыхлитель. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. В миску вбиваю яйца, всыпаю сахар и разрыхлитель и хорошо взбиваю миксером. После чего добавляю сметану и размягченное сливочное масло. И опять все взбиваю миксером. Потом понемногу ввожу муку. Можно размешивать ложкой, а можно также с помощью миксера. Когда тесто станет густое, тогда стол посыпаю мукой и вымешиваю руками тесто. Оно получается густое. Складываю в миску, накрываю пленкой и отправляю в холодильник на 20 минут. После чего противень выстилаю пергаментной бумагой. Тесто отрезаю по небольшому кусочку и пропускаю через мясорубку. Отрезаю сантиметров по 5-7 и выкладываю на противень. Форму придаю бутона или цветка. Выпекаю в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут до золотистого цвета. Вот такое печенье получилось. Приятного аппетита! Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями.